Так, так, я здесь, парни. Здоров. Привет, 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 всем привет еще раз. Так, что у нас? Эй, раб, на связи? Марксман взял. Да. Окей, парень, Тима, Чарли. Все дефим первую точку. Да. Так, RPG, RPG, Beard, Kiwi на связи, да? Не слышу. Да, нет, на связи? Да, да. Так, Fireteam, браво. Так, далеко не разбегаемся, склад. Труба у моста, все верно. А, СВД, СВД тоже, high ground, займи какой-нибудь компаунд на маркере примерно, сейчас тебе Чарли поставлю, возьми там высоту, чекай тоже, контроль мост. А, Талахаси, ты контроль west, альфа 3 квадрат, примерный маркер глаз, где-то там будь, потому что они пойдут через русло реки. Еще мне нужны люди с оптикой, Борн на связи, у тебя ПСО, да? Тебе тоже вот этот альфа 3 квадрат, вот здесь займи позицию, контроль мост, ладно? Смотри мост, окей? Так, медики есть? Вижу два медика. Ага. Сейчас я сделаю чуть посветлее. Темно у вас, да, походу? Сейчас. Вот так вот. А чик. Есть кто едет на нормально? Первую точку, да, внутрь, туда, или нет, или у всех? Так, посветлее. Есть. На стриме. Срыв, залезай сюда на крышу. Эй, рэп! Ясно, понятно. А, наверх посмотри. Там нормальная у тебя позиция? Сможешь оттуда стрелять? Какая дистанция, ну, по моему маркеру? Какая дистанция у тебя по моему маркеру? Хорошо, отлично. Будь тогда там, на каньоне, окей. Смотри метку, да, глаз. Мост. Вот охуенно ты построился, прям, блядь. Все, гоу. Ралик бы не... кинуть бы ралик. Медики, куда пошли? Эй, Уитмен. Эй, ко мне подойди, да, на юг. Я один еду, ком... Саунд, будь возле Талахаси, ладно, будьте в парой, двойкой работайте, хорошо? В группе. Саунд, двигайся в west направление, от тебя west по компасу. К Талахаси, Саунд. Да. Будь рядом с Талахаси, слушай его, понял? Как принял? Понял. Вперед не лезь. Метка Чарли, маркера красные обязательно еще на противника. Не надо 10 маркеров, поставь просто один, что там противники. Один маркер достаточно. Copy that, commander. Окей. Так, ралли-пойнт. Через дорогу лучше поставить. Так, ралли-пойнт на маркере. Если предупрежу, мне, возможно, нужно будет потом отойти ненадолго. Хорошо. Хорошо. Кирилл на связи возле трубы. У тебя бэкпак есть, рюкзак? Да. Короче, будешь скидывать, да. Окей, будешь ему патроны кидать. Браво тоже, Кирилл. Все, работайте двойкой в паре. Так, ралли-пойнт где-то здесь. Окей. Так, есть ралли-пойнт. Так, двигаемся в триггер на North-East, go. Надо, блядь, пополнить раллик. Мне еще взять один. Вот хаб как раз ставится, гоу. Сопля минус. Лоджи минус вражеский передали с других отделений. 19. Лоджи минус, минус. Я поставил хаб на первую точку. На первую тебе, командир. Окей, найс. Свала, слава тебе. Просто памятник центри за точки. Командир, какие будут ордерс? Я уже всех распределил. Наша задача дефит. Urban South. Талахаси с Саундом работают в двойке, в паре. Труба с, вот, Кириллом работают в двойке парой. Марксман на каньоне на юге. Контролит ставит маркера метки Чарли, помогает обнаружению противнику. Почему маркера, блядь, стоят возле Кирилла, блядь, я не понимаю, возле трубы. Не актуально уже? Я удаляю. Эйфория хорошо занял позицию на компаунде. Чекает мост. Все окей. Медик Уитман. Оставайся просто пока на... Будь возле, кстати, помоги парням. Пробеги через мост. Не по мосту, а по низинке моста. По руслу реки, да.
Будь возле команды Браво, окей? Чтоб, только не, это не значит, что ты должен, блядь, лезть, высовывать свою голову, блядь, я сейчас убью кого-то. Нет, ты должен просто сидеть сзади, блядь, и потом подхиливать парней. Ну и смотреть на 6 часов, прикрывать тыл. Чтоб парней, блядь, с ножа не зарезали, блядь, со спины. Каждому дал задачу. Все. Я распределил всех. Сквад? Сквад. Так, мне нужны БК. БК, БК, БК. А, эй! А, второй медик. Где у нас второй медик? А, все, я понял, я же его отправил. Рядом еще кто-то был со мной. Борн, вкопай, пожалуйста, патроны. А, все, Борн, не надо. Будь возле меня, ладно, прикрывай меня. Я просто карту иногда открываю, там, смотрю, там, связываюсь с кем-то. Чтоб прикрыть, окей? Да, будь всегда возле меня, недалеко, в 5 метрах. Окей, найс. А, спасибо. Так, взял БК, все, ралли есть, окей. Если на юге 8-й раллик сожжется, значит противник с юга заходит на точку Urban South. Если что, раллик с юга сожжется, значит противник там. Так, окей, гоу где-то займем. О, вот здесь, гоу сюда. Так, лестница. Здесь нет. Здесь пройдем. Окей, здесь лестница, да. Гоу топ руф. А, нет, 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 хуёво. Давай вот сюда. Погнали там. Да, займем позицию. Здесь вообще нихуя не видно. Да, играем за русских. Почему? Скажете, Рок, а что за русских? А потому что там талибы. Талибан по ту сторону. Не, можно за талибан поиграть, но что-то как-то я уже нажал на русских и думаю, ладно. Пускай так. Stairs. Где лестница, блядь? Тут? Ищем лестницу, Борн. Что за... Блядь, я... Как сюда... Блядь, а вот, давай в соседнюю вот эту, вот. А, вот, можно пролезть. Ага, пройдем. Вот лестница как раз, сюда, сюда, сюда. Эйфория, еще раз. Первого в поле пехотное видео. Окей, у первого, окей. Точку все, быстро на точку все. Ну я на точке, а остальные... Не знаю. Окей. Все, Борн, здесь тогда находимся, окей? У тебя есть бинокль еще? У тебя, кстати, оптик или что? Ну-ка, у тебя... А, у тебя ПСО, да, Борн? Ну смотри тогда с ПСО, да, чтобы быть на... сразу на автомате. Чтоб ёбнуть кого-нибудь. А режим стрельбы на автомат можешь поставить, если близко подойдут. Ну, я думаю, не подойдут. Но все может быть. Эйфория, как у тебя обстановочка? Я тебя вижу. О, ну, фига ты там засел нормально. Пока никого. Да-да, никого не вижу. Окей, найс. ГП есть? Фулл ГП, да, у тебя там? А, вижу. Да-да-да, есть фулл ГП. Окей-окей. Мне вот красные мечи бегают. Талахаси... Ага. Все у вас нормально там, Талахаси? С Веста? Хорошо, будьте там, окей. Сейчас будет хаб-блок. А, Талахаси, передвигайтесь немножко восточнее, видите, метка класс. Там какое-то движение, куча маркиров. А, Раф, инфа. Affirmative, командир. Еще раз, это восьмой, в спине, говоришь? На юге? Ну, ралики стоят. Да, были. Понял, да нет, первый. Они вот здесь пробегают у тебя. Принял. У нас контакт рядом, маркера, первый поставил маркера. Смотри, западнее от нас, Борн. Противник близко, внимательно. Борн, смотри, вот тут, видишь, маркера, west, south, west. Вот здесь вот прям, будь вот здесь вот. Там вот это, ебаный, да, вот это вот. Ага, да-да-да, ага. Ага, тут не залезут, понял. Все, лестницу, главное, держи там, да. Да я как бы тоже, но сказали, типа, здесь, первый передал. Я такой, ну ладно, окей. Не знаю, какая-то такая хрень, пока я удалю, блядь. Может, троллит специально, типа, хейтер мой. Может. Да. Все, я метки еще удалил. Ну так, еще посматриваю. Так, Киви, да, к Браво двигайся.
Да-да, так же, будьте там. Талахаси, как у вас обстановка? 357 на севере, враг, второй этаж. Даже крыжиночки бегают пока что. Принял. Ага, аккуратней там. Не торопитесь, все нормально. Мы в дефе, мы не в атаке. Противник к нам сам в гости придет. Я метка Чарли. Ты прям можешь красный маркер на Чарли ставить, если что. Чтобы помогать другим отделениям красный маркер, чтобы они видели, что тут противник. На мне враг, ребят. Киви. Окей, у Киви уже стоят маркера. Талахаси, метка глаз от вас. South-East направление, метка глаз. Эйборн. Аккуратней. Да-да-да, с Northwest у нас сейчас будут гости заходить. Аккуратней. Хотя нас, нам тут не сильно видно, но сейчас Талахаси поможет там. Да-да, смещайтесь как раз-таки глазу, да. Shit. Возможно, другие отделения убили. Четверка там, и первый. Четвертый, ты можешь на метку седьмого поставить? Ой, выгрузить стройки немного. Все, Талахаси, оставайтесь тогда у вас, у себя. Там есть отделение, они справятся. Я метку еще удалил. Смотрите, новые маркера, Талахаси, от вас, норд, русло реки, внимательно. Да, у нас набой уже. Да-да-да, держитесь. Ралли стоит, ага. Граната. Эй, эй, марксмен, ты позицию меняешь, да? Инфа. Окей, куда хочешь пойти, метка Чарли? Мне нужна. Commander, I don't know. Но тебе нужно подняться наверх, на high ground, понял? На high ground какой-то. У нас Талахаси уже сняли. Commander, affirmative, я пытаюсь найти high ground. Запада, понял. Запада, парни, или шестерку попросите там. Полежите немного. Сейчас, может, там вот первый склад подойдет, поднимет. Сейчас, подождите пока. В синий чат им скажите, если что, по возможности, чтобы подняли. А у третьего контакт, метка глаз от нас, West. Born, West. Но это пока далеко. Ну, соседние там компаунды. Эй, Киви, бро. Будь возле Браво, возле Кирилла и медика. Или сам скажи им, у тебя Fire Team стоит, ты лидер Браво. Пульта там бегаешь один. У тебя команда есть в компаунде. Как принял? У тебя на этот North-East, видишь? Киви, ты глухой или что? Будь возле своей Fire Team и Браво, как принял, Киви. Roger. Все, давай. Там парни ждут как бы тебя. Будьте вместе, работайте в команде. Не надо поодиночке бегать и умирать, блядь. Там есть медик, там есть Кирилл, который скинет тебе бэкпак, чтобы ты пополнил заряды. Не надо в одиночку играть. Так, френди техника едет через мост, аккуратно. Не стрелять. Если что, парни, на стриме говорю, у нас дефенд, видите, деф, у нас тикетов много. Вообще, кстати, Талахаси, у нас тикетов дохерища. Может, гивапнуть, а хотя медика подняли. Я забыл, то что в дефе там 800 тикетов. Мы можем по КД, в принципе, гивапаться. Главное, чтобы точку защитить первую, чтобы вообще они, блядь, ничего не сделали. Так что, если что, парни, гивапайтесь там, знаете, ну, если прям не вариант там медика, там, долго слишком ждать, гивапайтесь. Я забыл, что мы в дефе, у нас тикетов полно. Но все равно старайтесь аккуратно играть. Вот, ну, поаккуратней. Более хардкорней, да, там. Эй, Борн, ты стреляешь, что там? Ой, на этаже, на втором. Окей. Здание на 357. Окей, работаю, окей. 357, вот этот, метка глаз, там, да? На второй этаж даже. Щит. Сейчас, тихо. 21 лайк, спасибо. Спасибо большое. Эй, Борн. Что-то где-то кто-то работает, где-то с востока. Эй, Маркс, у нас где-то с востока на каньоне что-то кто-то по нам стреляет. Я так и не понял. У тебя там как? Ты позицию занял? Ты уже восточнее, вижу. Commander, affirmative. Похоже, что все clear. Окей, clear, окей. Жду от тебя инфы, метки там, Чарли, красные на Чарли, окей.
А, пехота двигается, два человека, зеленый маркер, норд направление. Норд, два человека зашли в компаунд. Метка красный ставлю. Парни, у вас с Веста через дорогу. Браво, браво, Вест через дорогу. Вест, метка глаз. Двое точно. Эй, смока прокидывают. Смока покидают. Это Friendly Smoke. Браво, на связи? Эйфория, видишь кого-нибудь? На метке глаз. Вижу. Да-да-да-да. И на метке глаз. Браво, что случилось? На хабе быстрее гивапайтесь вдвоем. На хабе, нам надо точку задефить. На хабе. Эй, Марксман, ты работаешь по пехоте противника? Прием. Окей, работай. Ты говори информацию. Убил на ча... Ну, убил там на метке одного. На восточ, Чарли 3 квадрат, Чарли 3. Рядом, где вы умерли, восточнее вас. Ралли стоит на юге, все в порядке. Ты гивапайся, не жди сейчас медика. Ты сейчас гивапайся. А, БПЛА вызвали. Наши БПЛА вызвали. Окей, я удаляю пока неактуальные маркера. Чищу пока у вас тут все. Метка Чарли, контакт, да? Yes, yes, yes. Да, ты главное убивай и говори, убил на метке Чарли. Там, метку удалил. Привыкай, да, давай инфу, что ты кого-то убил, чтобы люди понимали, что ты убил его на этой метке, понял? Что ты одного точно снял, возможно, еще кто-то есть, скажи. Давай инфу в радио. Ты не просто так занял, блядь, каньон, блядь, восточный, хайграунд. Давай, давай, инфа, инфа, инфа. Парни с Браво, помоги парням с Браво, как принял. Affirmative Commander. Я только слышу, блядь, Affirmative Commander, блядь, и все. С улыбкой на лице. Да? Почему ты Smelling Commander? Каждому ставлю задачу, парни, все понимают. Ну, вы поняли, да? Вот, ну, как бы так лучше. Хорошо, вот, человек, вы бы сыграли бы. Я не говорю, что я там профессионал, охуенный игрок. Я просто, ну... Вы бы со мной сыграли бы так? Втором... Вам интересно было бы вот так смотрю, вот, да? Я не могу сказать, это точно. Или вам интересно, когда вы заходите в отряд, и там командир отряда, тим-лидер, молчит? Они с... Или там, вот идем вот туда, ставит маркер, блядь, один, блядь, за всю игру вот так поставил туда, и все. Куда-то там один ушел, этот куда-то туда пошел, да похуй, ну типа там, подойдите, я ралли кину и все там, и, ну вот вот там маркер, давайте туда, короче, как обходить, да никак, просто, ну вот идем, типа, ну и все, там, все, видите, каждому ставлю задачу, все понимают, за всеми слежу, знаете, как в садике за маленькими детьми, знаешь, там, опа, сюда, оп, сюда, оп, сюда, вот так всех хоп-хоп-хоп похватал, блядь. Согласитесь, интересней, да? Ну, вот, вот так вот играть. Кто был сейчас вот в начале стрима, как вот я зашел в середину игры и вошел в отряд, как там, какой командир был. Нами, типа, командовал, я пулеметчика взял. Как всю команду бросил, уехал на страйкере, там, типа. Ну, и как здесь, вот, ну, вы понимаете, да, как лучше, да? Вот, ну, нравится так играть. Вот, вот этот склад, да, где вот могут зрители зайти. Сейчас, секунду, парни. Где вот зрители зайдут и скажут... Бля, а что за игра? А как скачать? А, это сквад? Ух ты, я тоже куплю сейчас. Потом парень покупает, заходит в сквад. А там вот так вот все молчат, короче. И он такой возврат денег делает. И типа, фу, говно, короче, и удаляет игру. Такое было. Или другой вариант. Все говорят, Рока, ВКонтакте там, у меня же ссылки есть всякие. Дискорд, ВК, Рока, когда ты будешь играть? Вот все вот, да, спрашивают. Типа, бля, я вот захожу там... Все молчат, что-то все разбегаются, какой-то Battlefield вообще непонятный. Нет какой-то командной игры. Когда ты... Когда будешь играть? Когда стримить будешь? Я не хвалюсь, но просто это true story, как бы, да. Просто, ну, так же интереснее, парни. Ну, реально, да? Ну, прикольно же, да, вот так играть. Я сам удовольствие получаю, когда, да, вот... Такой геймплей прикольный. Мне самим приятно. Что это... Не Battlefield, который я могу зайти и просто бегать, тупо молчать и всех убивать там на фраге, играть. А тут именно командная игра, вот от этого удовольствие получают, командной игры. Парни здесь, на связи еще раз.
Так, Талахаси, у вас все нормик, да? Держитесь. У них мало тикетов. Мало тикетов осталось, парни. У них очень мало тикетов осталось. Держимся, держимся. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. У них где-то тикетов 30, наверное, где-то. Потому что очень долго держим точку. Одну. Молодцы. Так, теперь это я в дальневолновую рацию всем отделениям сказал. Теперь я своему отряду хочу в зеленую рацию. Все, GG, парни. Красава, молодцы. GG. Все. GG, все. Все, вот, вот. Легчайше. Все, все. Все, благодаря нашему лучшему складному. Всеми, всеми, всеми. Все молодцы, парни. Все, мы все команда. Почему такой офенсив?